Друзья, всем привет! Сегодня немножко спустя некоторое время я решил кое-что поменять здесь, попробовать посмотреть другую. Значит, у меня есть еще один инвертор, этот гибридный фирмы Anern, который называется EVO 3200. Он тоже так же само 32, 3 киловатта и 24 вольта. Сегодня я включил, попробовал, пока мест не подключал солнечные панели. Вот провода снаружи еще, потому что вечер, солнышка сейчас нету, и пока мест меня не это интересовало. Я включил, подключил его по Wi-Fi, вот такой вот модуль внешний. Он соединился с дата-логером, показывает все напряжение, все параметры его. Он чуть-чуть уже, чем маст. Как бы глубина вот эта вот, он чуть-чуть поменьше, а по высоте, по ширине такой же самый. И я немножко думал и переключил батареи. То есть я их подключил немножко по-другому. Можете посмотреть, как в прошлом видео, как они были подключены. Сейчас я их подключил чуть-чуть по-другому. Я сейчас их сделал две батареи. Вот эти две батареи, допустим, 12-вольтовые, соединены параллельно, если вы видите. То есть я получил 12 вольт, 200 ампер. И вот эти две батареи также само соединены параллельно. Также само 12 вольт, 200 ампер. Дальше идет перемычка с плюса этих батарей на минус этих батарей. И напряжение снимаю вот с этого контакта и с этого контакта. Окей? То есть мы получаем все вместе 24 вольта. 200 ампер. То есть то, что мы получаем с этих четырех батарей. Почему я так сделал? Потому что у меня есть нагрузки 24 вольта и есть нагрузки 12 вольт. И в предыдущем включении у меня получалось, что как бы 12-вольтовая нагрузка берется только с одного аккумулятора. Потому что они были соединены немножко по-другому. То есть были соединены, сначала было соединение последовательно, получив 24 вольта. А потом эти две батареи были соединены параллельно, получалось 200 ампер. Сейчас я сделал по-другому. То есть получается, есть два блока 12 вольт 200 ампер и 12 вольт 200 ампер. И нагрузки, которые будут 12-вольтовые, но они небольшие, это светодиодные ленты, это всевозможные там фонарики, свет и так далее, тому подобное, телевизор. Значит, они будут включены в... Каждая распределена по нагрузке по батареям, чтобы они равномерно разряжались. Я думаю, что это будет... Мое мнение, что это будет более правильно. Если у вас другое какое-то соображение по этому поводу, мнение с удовольствием послушаю. Пишите в комментариях, подписывайтесь. Дальше мы будем продолжать постройку этого каравана. Так что вот такой вот инвертор гибридный. Сейчас он показывает, что у нас происходит с батареями. Покаместь 25,3 вольта. Показывает нагрузки. Нагрузки пока есть, ничего не включено у него. Это версия. Так что, как говорится, будем посмотреть. И двигаться дальше подключением всего электричества. То, что здесь сейчас происходит. Спасибо, всего доброго, до встречи.